Всем доброго дня, это Гелиосар и «География просто». Учебник под редакцией Домогацких, 10 класс, 1 часть, география мира, социальная и экономическая. Параграф 20. Пути решения экологических проблем. Вспомните, какой путь развития называют экстенсивным? Это, по сути дела, расширение территории, то есть расширение какой-либо деятельности. А какой называют интенсивным? Это улучшение качества деятельности. То есть, приведя пример, например, поле, можно для увеличения урожая засеять новое поле, а можно увеличить урожайность, внеся удобрения в землю. Так вот, увеличение площади поля – это экстенсивный путь, а внесение удобрений – это интенсивный путь. Существует две стратегии развития – экстенсивная и интенсивная. Экстенсивный путь предполагает привлечение каких-то дополнительных сил и ресурсов. Интенсивный означает более эффективное использование имеющихся ресурсов. Точно так же и при решении любой проблемы можно идти двумя путями – экстенсивным и интенсивным. Оба подхода к решению проблем имеют свои плюсы и минусы. Экстенсивный путь позволяет достаточно простыми методами получить быстрое решение какой-либо проблемы, но он не рассчитан на долгосрочную перспективу. То есть, пользуясь военной терминологией, это скорее тактический ход. Интенсивный же путь часто требует значительных материальных и интеллектуальных затрат, что может занять больше времени, но зато он позволяет решить проблему в наиболее полной мере. Это стратегический путь. Существуют ли аналогичные подходы к решению экологических проблем? Рассмотрим возможности экстенсивного и интенсивного подхода к решению проблем истощения природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Напомним, суть проблемы. В огромных потреблениях ресурсов запасы этих ресурсов весьма ограничены. Речь главным образом идет об исчерпаемых, невозобновляемых ресурсах. В первую очередь это относится к минеральным ресурсам. Экстенсивные решения этой сложной проблемы заключаются в поиске новых источников минеральных ресурсов. Соединенные Штаты, например, уже начинают поиск этих ресурсов за пределами Земли, например, на астероидах. Но это такой очень далекий путь. Это экстенсивный путь, то есть мы просто ищем новые месторождения. Или, например, при экстенсивном пути можно просто заменить какой-то один материал другим материалом. Но можно, собственно говоря, использовать интенсивный путь. Он довольно-таки прост. Это использование ресурсов, которые просто оказались на мусорке. То есть это просто рекуперация, то есть восстановление использованных ресурсов. И такой путь тоже очень даже эффективен. И он сейчас очень активно развивается. По той причине, что доступные месторождения металлов, какого-то сырья, они все больше вырабатываются. Металлы и многие ресурсы становятся все более дорогими. Поэтому активно развивается повторное использование тех или иных ресурсов. Это и есть тот самый интенсивный путь. В вопросах добычи, например, ресурсов, интенсивный путь – это максимальное использование всех доступных видов ресурсов, которые есть в том или ином месторождении. Например, еще в 50-е годы там использовался именно экстенсивный путь при добыче руды, когда добывали только то, что есть основное, а все, что было дополнительное, оно не использовалось. Сейчас стараются добывать из руды максимум всех доступных там ресурсов. Даже в железной руде могут быть какие-то вставки марганца, никеля, хрома, еще каких-то металлов. Сейчас стараются добыть весь металл, который есть в той или иной руде. Если раньше, например, в плане золота, еще 30 лет назад, в 90-м году, золотая руда считалась непригодной для добычи, если она содержала менее 1 грамма золота на тонну руды, то сейчас уже золотая руда считается более чем пригодной для использования, если там всего лишь 0,1 грамма на тонну руды. То есть даже 0,1 грамма из тонны руды все равно добывают. То же самое с редкоземельными элементами. Добывают из руды абсолютно все. Мало того, сейчас постепенно начинает появляться процесс использования и пустых отвалов руды, либо на строительные материалы, либо их используют для заполнения старых, полностью выработавших свое шахт.
Разумеется, все больше растет мусоропереработка. Ввели сортировку мусора, когда мусор, сами люди разделяют мусор на 2, 3 или даже 4 части, отделяя пластик, металл и органику, например. И это тоже позволяет вернуть обратно в экономику, в хозяйство огромное количество ресурсов. Также наиболее эффективным является создание замкнутых технологических циклов, при применении которых в производстве непрерывно используется один и тот же объем природных ресурсов, например, воды. Забирая ее из природного водоема только один раз и постоянно используя ее, мы сохраняем практически в неприкосновенности запасы чистой воды. Обратите внимание, замкнутые технологические циклы позволяют решить проблемы исчерпания возобновимых источников. Многократное использование воды, восстановление лесов на месте промышленной вырубки, рациональное использование пахотных земель, позволяющее поддерживать плодородие почвы неограниченно долгое время – все это интенсивные методы решения проблемы истощения возобновимых природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Суть этой проблемы заключается в поступлении в окружающую среду разнообразных твердых, жидких и газообразных отходов производственной деятельности. Здесь также возможны два пути решения проблемы. Экстенсивный путь основывается на создании и использовании очистных сооружений. Они обеспечивают снижение концентрации токсичных веществ в сточных водах и газообразных выбросах. Современные очистные сооружения могут улавливать от 90 до 98% всех загрязнений. Возможен также и рациональное размещение источников загрязняющих веществ, то есть грязных производств. Например, они должны располагаться так, чтобы дым шел не на жилые массивы населенных пунктов, а куда-нибудь на пустые территории. Чтобы не наносить вреда природе, должны выбираться надежные места для захоронения самых разных отходов. В частности, предполагается сваливать мусор в кратеры действующих вулканов, ведь между извержениями могут быть довольно длительные интервалы времени. А извержение рано или поздно полностью уничтожит любое количество мусора, скопившееся в кратере. Интенсивный путь преодоления проблемы заключается в применении замкнутых технологических циклов, то есть безотходных технологий. Предприятия, полностью перерабатывающие собственные же отходы, естественно, не загрязняют окружающую среду. Такое же значение имеет вторичное использование природных ресурсов. Мы видим, что применение замкнутых циклов и вторичное использование отходов способно помочь в решении обоих экологических проблем. Это не должно нас удивлять, ведь интенсивный путь как раз и предполагает комплексное решение проблемы. В самом деле, промышленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы – это одновременно источник загрязнения природной среды и ценные вещества, которые могут быть необходимы в производстве. Замкнутые технологические циклы не только сберегают ресурсы, но и не создают отходов. Повторим главное. Необходимо применение как экстенсивных, так и интенсивных методов решения экологических проблем. Экстенсивные методы способны дать быстрый результат, но не обеспечивают полного решения проблемы. Интенсивные методы часто рассчитаны на более продолжительное время и требуют больших финансовых вложений, но эффект от их применения может быть более полным и длительным. Вопросы. В чем разница между экстенсивным и интенсивным методами решения экологических проблем? То, что экстенсивный, он не решает всех экологических проблем в полном объеме, а интенсивный все-таки решает. Что такое замкнутый технологический цикл? Это когда производство раз за разом использует практически те же ресурсы, которые использовались до этого. Какие экстенсивные методы позволяют решить проблему истощения природных ресурсов? Просто нахождение и освоение новых месторождений. Охарактеризуйте экстенсивные способы решения проблемы истощения ресурсов. Способны ли они решить эту проблему? Нет, экстенсивные способы решения проблемы истощения ресурсов решают ее только на какое-то время, так как экстенсивный метод – это просто нахождение новых месторождений и их освоение. Могут ли интенсивные методы преодолеть проблему истощения ресурсов? Да, могут, потому что экстенсивный – это освоение новых месторождений, а интенсивный – это активное вторичное использование уже имеющихся ресурсов. Например, в плане металла – это один раз изготовили, потом через какое-то время что-то сломалось, оно пошло на завод, и металл снова поступил в технологический процесс. Так, что же с проблемой загрязнения среды? Как могут ее решить интенсивные методы? То же самое, по сути дела,
повторное использование всех веществ, которые использовались в производстве, они позволяют решить в том числе и экологические проблемы, так как мусор для одного – это ценное сырье для другого предприятия. То же самое и с различными химическими отходами. Где-то это мусор, а где-то это очень полезное сырье. Так что проблему загрязнения окружающей среды интенсивные методы также очень хорошо решают.